Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь, это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать, а нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, который в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай. И у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития!